Кипре решил обучиться, потому что я пару раз ходил с флотилиями яхт-тревел, вот, и мне очень понравилось переходы, море. Вот, я решил научиться водить яхту. Я считаю, что такой опыт и такое умение, но оно, вот мужчина должен уметь выходить в море и управлять судном. Профессия шкипера – это искусство. После того, как я обучился, особенно после того, как я сходил в море, вот, я понял, что вот эта профессия дает понимание, знаете, концентрированно дает, вот как бизнес, да, там, и управляешь людьми, и управляешь процессами, и берешь на себя риски, несешь ответственность. Такая профессия, которая, ну, реально учит лидерству. Первый выход – это, в принципе, очень такое волнительное мероприятие, доставляющее много душевных таких переживаний. Знаете, для того, чтобы как-то перейти на какой-то новый уровень, для этого нужно выйти в море. Море концентрированно показывает, кто есть кто. Море концентрированно показывает, из чего ты сделан, да. И не только ты, но и другие. Море учит тебя взаимодействовать с другими людьми, не замыкаться на себе самом, управлять другими, управлять экипажем и понимать, что нужно делать, если вдруг происходит неожиданно. Да, вот. А в море там от полного там хэппинеса до полного это может быть меньше доли секунды. Ну, что, собственно говоря, и произошло в моем переходе. А что у вас произошло? А в переходе было много чего. Начиная от удара молнии прямо в мачту, вот, и заканчивая цепями на якоре. Чужими? Вот. Да, чужими цепями на якоре. Приходилось принимать решения, приходилось принимать ответственность, приходилось понимать какие-то нестандартные вещи. То есть, ну, лично для меня, как для первого раза, переход был очень крутой. Учился в школе яхт-тревел, а обучение, ну, теория проходила в офисе, очень хорошие инструктора, преподаватели. Все веселые, объясняют доходчиво, люди с опытом. То есть вот все тому, чему меня научили, вот я делал точно так, как мне говорили, да. Как мне говорили на занятиях, как мне говорили на практике. Ну, надеюсь, что преподавателям, инструкторам не было за меня стыдно. Отлично. Ну, конечно же, запомнилась практика. Да, практика, ну, я думаю, что, наверное, у многих так запоминается практика. Когда ты выходишь, когда тебе дают в руки штурвал, ты выполняешь упражнения, швартовки. И понравилось, скажи, ну, отношение, честно скажу. Школа очень клиентоориентирована. Вот, и даже уже после выпуска как бы на тебя не забивают. Дают и новую информацию, и если где-то, допустим, ну, пересекался, да, я воплотил всех тревел, вот, и тебе практически поддержат, научат, то есть при любой возможности дают тебе возможность оттачивать свое мастерство, практиковаться. Спасибо им за такое отношение клиента, мне нравится. Дух целеустремленности и достижения, все люди свои, да, надо что-то помог, надо что-то объяснить, объяснят. Всегда находятся выходы. И в море точно так же. Ну, тебе обязательно нужно найти выход. Нельзя там бросить все в какой-то там сложной ситуации. И оно само по себе не рассосется. Надо что делать. Вот. Для любого собственника бизнеса, вот я считаю, что бизнесмен, ну, должен пройти такое обучение и должен сходить в море. Это очень похоже на сам бизнес. Только концентрированно. Да, вот как бы ты в эту неделю, у тебя и бизнес-процессы, и управление, и принятие стратегических решений. За все отвечаешь ты. Посоветую больше практики. Вот. Как только, ну, оно, конечно, да, волнительно, это я так мягко назвал. На самом деле, когда выходишь первый раз, советую больше задавать вопросов более опытным товарищам. И советую больше практиковаться.